звучание классической музыки, свежий воздух и сибирские красоты. Все это объединил Международный фестиваль искусств. Он проходил в живописном уголке на берегу Енисея, где образовался природный амфитеатр. Сама сцена оформлена в виде стилизованной ладьи с парусами, которая словно плывет по могучей реке. Красноярцы от такого формата концерта в восторге. Великолепно. Хором даже, да. Это слов грандиозно. И давно пора было организовать в Красноярске такого масштаба мероприятия. Очень хорошая акустика здесь, своеобразная, будем так говорить. Поэтому очень интересно было послушать. Формат очень интересный. Нам безумно нравится, потому что воздух свежий. Сидишь, слушаешь замечательную музыку и смотришь на Енисей. Впечатления замечательные. Место для проведения фестиваля выбрали не только красивое, но и святое. Рядом Свято-Успенский мужской монастырь. Религиозная тематика прослеживается и в самом выступлении, а сцену ладью украшают изображения ангелов. Еще один интересный факт – монастырь был основан в тот же год, когда родился великий композитор Сергей Рахманинов, чья музыка звучала. Мы сегодня видим не просто концерт, мы видим некое большое явление, которое, я уверен, станет прологом к новым каким-то прорывам в культурной жизни Красноярска. Я думаю, что сегодня кто-то откроет для себя прежде всего и другое понимание православной веры, кто-то насладится природой, кто-то музыкой, а кто-то вот по-новому откроет себе всю эту палитру жизненной философии. Выступают Красноярский академический симфонический оркестр и оперные звезды мирового уровня. Для многих это первый опыт такого концерта на природе. Было очень комфортно, хотелось творить, хотелось что-то создавать. Тем более в музыке Рахманинова. Она, наверное, является вдохновением для нас всех, и для певцов, и для музыкантов, и для организаторов. На таком красивом месте я первый раз играю здесь, и прекрасный монастырь, и все же это на берегу Енисея, такая красивая природа. Мне, как сибирскому человеку, особо приятно играть здесь. Репетиционный процесс был долгим, тяжелым, то есть мы затачивали всех, и оркестр, и хор, и солистов, и пианиста на то, чтобы играть в самых тяжелых полевых условиях. Я уж не говорю о том, что просто достаточно холодно, но я с гордостью должен сказать, что абсолютно все справились на 1000%. Концерт продолжался чуть более 2 часов, однако зрители признались, что он прошел на одном дыхании. Возможно, в дальнейшем этот фестиваль станет традиционным и ежегодным для красноярцев. А в нашем городе будет больше таких мест и мероприятий, где одновременно можно насладиться и красотой русской природы, и звучанием классической музыки. Ярослав Цымбал, Алексей Гусев, Енисей. Новости.